Приготавливается вот длинным посуде технические мастера. Я выясняю специально для этого блюда. Состав горохом, мясо, грудок, сушеная слива, каштана, шафрана и репчатого лука. Сперва горохом вставляется на обычный воду. 8 часов там залеживается, чтобы чуть-чуть. Сперва снизу горохом вставляется. Да. После этого репчатого лука. Баранина мясо, 200 граммов. И в конце из первого сушеные сливы, каштана, соль по вкусу и сверху вставляется бульон. Приготовится засушка, вечером заготовка, на обед продажа только. Когда приготавливается, в конце шафран. Сейчас будем посмотреть, но покажут, как надо это есть. Сперва докрашенный хлеб на глубокой дороге наливается бульон, после этого второй час кушается. У одного горца убили отца. Молодой парень, ему там, ну, мальчик еще, ему 10 лет. Ну, естественно, кровная обида, кровная месть на Кавказе. Даже сейчас это у нас еще осталось, несмотря на то, что столько лет прошло. Мальчик вырастает, ему становится 18 лет, к нему прискакивает гонец и сообщает весь о том, что убийца твоего отца находится в таком-то ущелье, иди убей его. Он всю жизнь ждал этого момента, он собирается, седлает коня, берет ружье. В это время к нему прискакивает второй гонец. Говорит, украли твою любимую девушку, иди спаси ее. Он останавливается. И тут что делать? В это время прискакивает третий гонец. К тебе едут твои друзья, оставайся, встречаю. Он совсем останавливается, садится, в раздумьях приходит. Мать спрашивает, сын, что с тобой? Говорит, ну мать, такая ситуация, я даже не знаю, что делать. Он объясняет ситуацию. Мать говорит, что пока есть небо, пока есть земля, убийцу своего отца ты всегда найдешь. Ну, полюбил сегодня эту девушку, завтра полюбишь другую девушку. Не в обиду вам это будет сказано. Но, говорит, если ты потеряешь друзей, то собрать и найти новых друзей, это очень сложно. Оставайся, встречай друзей. Ну, он остается, накрывается стол. Ну, соответственно, настроение не то какое-то, да, все-таки там был шанс отомстить, украли тут девушку, тут приехали друзья, но он это не подает виду, стол накрывается, друзья приезжают, сидят, едят, пьют и так далее, там, тост за тостом. И в это время друзья встают и говорят, мы пришли тебе не с пустыми руками. Они показывают на три больших мешка, которые стоят рядом. Они открывают один мешок, там голова убийцы его отца. Открывают второй мешок, там его любимая девушка. Открывает третий мешок, там угощение, вино, яство и так далее. Я хочу выпить это за друзей. Я надеюсь, что в вашем лице мы нашли новых друзей. Мы надеемся, что наша дружба будет не только за этим столом. Наша дружба будет продлиться на долгое время. И все-таки отсюда, из Азербайджана, вы уедете как от друзей своих. И будете сюда приезжать как к своим друзьям. За вас, друзья мои. На кого не дотянулся? Thank you.